Всем привет, с вами ДК, и сегодня мы будем играть с вами в Rayman Originals. Играть я буду не один, играть я буду со своей девушкой. Представься, пожалуйста. Всем привет, я Настя. И еще, рост давай. Давай, не стесняйся на камеру. На микрофон. Ну ладно, пойдем. Так, давайте начнем играть. Ага. Распространение запомнили? Давай. Я уже немного поиграл там, чтобы разобраться, что за игра. Заставку все уже, кто меня смотрит, видели наверняка много раз. Так, давай мы тебя паяем. Отлично. Кто я? Нормально все. Ты что-то синее. Хорошо, что не коричневое, это очень... Очень мило. Нормально. Пойдем. Как хорошо, что я был в боксе. Заставка. Хорошая заставка, да? Интерактивная. А поменять персонажа можно, да? Да, потом можно выбрать. И сейчас? Давай сейчас. Я люблю, когда заставки такие вот интерактивные, можно чем-то заниматься. А, у нас нет персонажа, да? Кем ты хочешь быть? Хочу быть вот этой шнягой. А я вот этой шнягой буду. Ясно, ты малютка год. Побежали. У меня бегает медленно. Смотри, какие мне. Так, давай, сейчас первый уровень для тебя будет такой тест, и будем тебе рассказывать, что нужно делать. Ну давай. Это уже первый уровень? Нет, заставка. Короче, смотри, мы вот такие вот два персонажа, которые должны собирать. Как тебе объяснить? Желто летающие жуки. Жуков, которые. К примеру, вот это, да? Нет, правда, он не желтый, ну ладно. Ну тоже неплохо. Какая фигня взрывается. Ну, они на разных, круто, на разных уровнях разные, поэтому там еще освоишься. Вот это что-то, это пиратские монеты, их нужно тоже собирать, не будет давать много всяких полезных фигней. Очков. Тоже ее собрать надо, что-то? Нет, ко мне. Ну, или тебе, одному из нас будет. Ой! Ух ты, я видел. Ой, он летит! Он умеет летать. Прыгай по ним по головам, как в этом, как бы. А все штучки надо собирать было, да, чтобы лететь? Ой, меня подбросили. Ты же видела Марио, пока что то же самое, играем Марио. Ну да, по-моему, сейчас так напоминает, а там ничего не обгалось. Вот эта фигня, король. Я не помню, как зовут, надо будет там посмотреть. Короче, когда мы их берем, они все становятся красными и дают по 2 очка вместо одного. Ой, они песенки поют. Да, нужно собирать, пока еще время не ушло. Нас куда-то закинуло. О, смотри, огромная гора. А, ты меня скинул. Да? Извини. Да нет, ничего. Ой, меня сейчас придавит, да? Смотри, я лечу. Е-е-е, смотри. Ну, такая. Да, хорошая. Нам дали... Сила атаки. Мы теперь раз умеем. Интересно, чем? Ну... Я ладошкой. Ау. Ой, я тебя прикольно пробиваю. Ой, так прикольно, слушай. Все, пойдем. А, с той стороны мы эти... Разбей зубы ему. Зачем? Где там, разбейся? Там эти... Все, пойдем дальше. О, смотри, она эту хрень мучила. Давай ее побьем. Меня за компанию. Извини. Правильно, что? А, ну, конечно. Кого мучить? Меня. Уши бы повылетало. Ой. Сделала, да? Он вообще плавать умеет, да? Да, не да, должны уметь. А здесь как? От стенки отпрыгаешь.
Научишься, что у нас еще будет время. Ну, там эти чуваки. Окей. А, слушай, если их еще раз разбирать, когда они пузыри, за них тоже дают монетки. Монетки? Ну, монетки. Букашки. Нужно, нужно сколько? Ты меня с собой забыл. Да? А ну-ка. Так, что ли? Да. О, носи прикольно. Давай, прыгай. Ой, штучка эта. Ау. Я лопнула. Я сейчас тоже лопну. Да, я тебе пощечину дам. Ой, как я сделала? А, когда пузырь кто-то такой, его нужно пощечину дать, чтобы он ожил. А это не тоже, да? Вон там застря. Стой, я... лопни мне. Я монетку. Ну, ударь меня, да. Нам нужна та монетка. Думаешь, нужна? Думаю, да. Ой, извини. А, это у нас, видишь, уже как босс выбрали, нужен. Ау. Отойди. Ну, хватит, я тоже хочу. Ау. Ой, там ракета. Какой-то. А, я промахнулся. Я на ракету, на ракету села? Села, да. Я сама не знаю, как это получилось, но... Смотри. Вау! Ой. Меня лопнет. Давай, стой. Что это такое? А на каждом уровне есть по три клетки, например. На них нужно нам с нами ходить, разбирать, чтобы спасать это. Смотри, какой-то прикольный. А это что такое? То, что сколько мы собрали этих. Как их зовут, я не помню. Да, чего больше ты получишь. Мы получаем эти. Чички какие-то. Для прикола. Ну, слушай, мы даже золото заработали. Кривую рожу? А, мы с тобой прям молодцы. И дискотека. Круто прям. Нравится игра? Прикольная. Смотри, бабочки летают. Чем больше мы их соберем, тем больше нам будет раскрываться персонажа разных. Я смогу быть не зеленый, а красный или коричневый, да? Ну, примерно так, да. А что ты не будешь такого? Вот, тут должно быть написано, как их зовут. Люмы, вот, точно. Люмчики. Не люмы. Че бы я не... Люмчики. Давай их собирать. Ой. Тебя лопнули? Нет, меня набили. Меня вместе с ним зачем бьешь? Посмотрим, что там нет. Надо ее собрать. Иди собирай, я пока штучку. Ой! А, меня сейчас сожрут! Не собирал, не сожрал, не сожрал. А с этими что делать? Дай ему глаз. С глазами. Прикольно. О, штучка. Ничего себе ты какая. Вообще-то прям. Все собрала. Ой, да, только там рука плавает. Там рука за мной плывет. Ну чё я так медленно делаю? Там люмчик один. Нам, я так понимаю, надо их собирать кожу. Да. Я сверну это. А тут больше идеи нет. Все, дашь ему глаз? Я так понимаю, тебе это понравилось. Да. Нет, ничего. Люмчики, козинчики. Ой. Иди туда, прыгай. Прыгай по стенкам, вон туда. Я не умею. Зачем? Там дырка. А. Монеты. Ты гений прям.
Давай, давай тут, тут уже тогда. Еще одна монетка. Супер. Да, я думаю, что это было хорошее. А там? Ты не смотрел. Ой. Ты меня забыл. Нет, это ждут. А туда, наверх. Нет? Ну как? Давай, глаз бей. Похоже, мы еще нас. Да, давай сейчас. Посмотри, там монетка и это пасть рядом. Ага. Ау. О, король лемур. И куча лемур. А, меня рука еще не сожрала. Собирай эту монетку. Как хоть. Ау. Собирай люмчиков. Что ты? Ты какие-то ты меня бьешь. Давай, я на тебя запрыгну скорее. Давай, лети, лети, лети. Пойдем. Пойдем. Так, а, это у нас уже финальная, это клетка финальная. Типа босса. Хватит меня бить. Дай включай. Сейчас тебе нужно клетку разбить. Ну. Да я танцевать умею. Да я ее разберу. Так, давай. О, слушай, мы две клетки пропустили на этом уровне. Да ладно. Да. Ты же говорил, там надо было поделиться. Ну ничего, мы все равно много собрали. Чего вздыхаешь? 300 собрали. 330. Чуть-чуть не пойду. Сказал, переигрываем? 7 штучек не хватило. Да ладно. Ага. Вот это мы с тобой. Еще две клетки, ну ладно. За тобой сердечко. А меня влюбился тот. Персонаж новый. Ну, я думаю, потом посмотрим, да? Ага. Пойдем дальше. Да вот там чувак похож на меня. Стоит наверху. Пускай стоит. Ой, я на месте бегу. Я тоже так умею. Ты на этого похож, на пумбу. Ага, а ты на кого? Не говори на Тимона. Неприлично говорить на кого. Так, ты так сделал. А подпрыгиваешь, нажимаешь вниз и атака вместе. Ой. Куда меня пнуло? О, смотри, рука. Пташка! Ты иди монетку собирай. А, да, точно. Ой, по ней ходить, я думала на это. Я с ней получу. Я успел, что ты упала. Меня чуть не съела рука. Ой, лови, лови, лови. Я по тебе забралась. Смотри, чем я держусь. Губой. Да, я его. О, там внизу монетка, кажется. Ой, я так же могу гору облизывать, прикинь. Ты смотри. Да, тут теперь другой вопрос. Как отсюда выбраться? Ой, я выбрался. Ой, стенка. Лёмчики. Да, разбивай, а я туда красиво вкачусь. Ну, катись. Ну как, трясешься. Ой, меня слопали. Интересно, эту штуку можно убить?
Ну, хочешь попробуй, я как не горю желанием. Ой, там эти штучки. Кажется, нельзя. Топни меня. Не, все-таки хочу еще раз попробовать. А вдруг можно? Попробуй, попробуй. Я прям ей в пасть, короче, плюну. Будь добра. Ой, смотри, я штучку открыла, значит, там что-то сверху еще есть. Нам туда не надо идти. Ой. Там король умчиков. Да, нужно успеть поймать. Беги, 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 беги. А я сколько успел собрал. Подожди, смотри, там какие-то кустики странные. Ой, там дверь. А, это клетка, молодец, нашла. Да, по-моему, это на дверь. Ой. Стой. Я с ними тут летаю. А, вот. Понятно. Ой, точно. Ай, ты! Первый клип. Да, пока все хорошо. Надо замечать такие кустики. Угу. Повнимательнее быть с тобой. Смотри, какие прикольные шляпки. Иди. Сейчас я ткну в глаз. Ну, это такие прикольные. Они с ростом меня почти. Да что ж я... Что это было? Леончики. А, с ним как-то было. А! О, монетка. Пойти в это за кипу. Ау. А, я чуть не придавила. О, там блестит. Ой. Ой, мой чёрт. Я кучка. Ты вовсе не медведь. Я кучка, 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 я вовсе не медведь. Чуть-чуть. Ой, там опять есть кустики. Да-да-да, я туда и побежал. Ой, еще одна клетка. Отлично. Что-то как часто. Нормально. Ой. Ух ты. А что она такая синяя? А, я сначала убитала? Да, с этих охранников. Тут. Пока побывай, да, я тут. Ай. Теперь кто доберется до клетки? Я на жопу похож. Перепонки на лапах. Ну, если ты не ложишься, то ты на жабу похож, да. Я хочу наверх пойти. Нет. То есть там, походу, ничего нет. Король Люмов! Ну, я одного не собрал. Ладошки, ладошки. Что-то разве что? Больше меня собрал лучше. Ну я этих королев обычно собираю. Ой. Королев. Ой, там монетка. Ой, эти. Ага, беги себе. Да, я побежу к себе, а потом монетка вернемся. Там нету их. А, ну тут нету их, да. Ты меня только это, вот, ну ладно. Сейчас, подожди, я монетку пригласил. А, 25 лимов дают. Да ладно. Вроде бы. Сейчас ты точно на жабу не лопнул. А на кого я похож? У меня перепонки уже на лапках. Подожди! Я думала, сори, я голову. А ты умеешь гору облизывать? Там еще одна монета. Ага, и как я до нее доберусь? Не знаю. Логично. Ой. Ага, это твой занятие. Ой. Мне кажется, мы там пропустили еще одну клетку. Нет, две собрали, последняя это, которая... Последняя. Вот эта вот. Ой, меня убили. Подожди. Да ты блинчиков попускаешь, они уже тоже дают. Ой, я
дверку за что ли зацепил. Давай пузырь. Все, мы все с реки ветки собрали. Интересно, сколько мы набрали ему. Набрали 300? Да, набрали. Да. Ну, хочется 350. Ну, да. И чтобы лучше. 50. Опять трех не только хватило. Только трех теперь, да. Все ты мне. А я еще? Это ты меньше меня собрал. Так, ладно, ну давай на этом и закончим нашу сегодняшнюю серию. Давай. Сейчас в храпун дерева вернемся. Посмотрим. Да. Нового персонажа. И все. Закончим на сегодня. Хорошая твой... игра, то, что можно вдвоем играть. Да, тут вчетвером играть можно. Да ладно. Да. Круто. Ой, ты красный. Хорошо, что не кричит. Ой, мой персонаж какой-то новый появился. А он еще не появился. Ты видишь, надо 15 этих прошлых. Ну вот. Все. Ну все. Я магистр йода. Давай на этом и закончим нашу сегодняшнюю серию, пожалуй. Все. Всем спасибо, ребят. Всем пока. Всем пока.